Алекс уже устроился. Всем привет, меня зовут Валя, я рассказываю о жизни в Америке. Во время весенних каникул мы смогли съездить в столицу нашего штата. Штат наш Оклахома, а столица нашего штата называется Оклахома-Сити, город Оклахома. А чем наш штат знаменит? Это тем, что у нас есть ковбои, индейцы и нефть. И даже около самого главного здания штата работают нефтяные скважины. До сих пор там добывают нефть. Так, мы въезжаем в гараж парковочный нашего отеля. Мне, честно говоря, такие гаражи очень не нравятся. И я была рада, что за рулем сидел муж. Потому что если бы я вела машину, то, возможно, я куда-нибудь впилилась бы. Или вылетела с третьего этажа. Такое ощущение, все время либо куда-нибудь ударишься, либо улетишь, просто не поняв правильного поворота. В общем, вы меня поняли. Я машину в гараже в таком не хочу водить. А муж очень хорошо нас довез аж до 6-го этажа. Сейчас вы наблюдаете картинку очень-очень большого терпения с моей стороны и со стороны моего мужа. Но для мужа это было спокойное дело. Он стоял там и ждал, пока чудик впереди нас сможет припарковаться. Потом чудик решил, что он не сможет припарковаться, поехал дальше, попробовал еще в одно место припарковаться. И так вот мы за ним ехали 2 этажа. Честно говоря, я бы уже какие-нибудь слова сказала. Я бы уже нажала на гудок. Я бы уже чего-нибудь крикнула. Но машину вела не я, и слава богу. Так что конфликта не было, было много терпения, и мы доехали наконец-то на 6-й этаж, где было много свободных мест. Чудик этот припарковался где-то еще, и ура, ура, наконец-то мы пойдем смотреть нашу комнату. Мы в этом отеле останавливались несколько раз уже. Отель расположен совершенно в центре города, части города, где мы хотим гулять. Называется это Brick Town. The room really quick before we mess it up. So, there's the table. Это диван, который раскладывается в кровать. Окно сейчас покажу немножко попозже. Значит, тумбочка. Алекс уже нашел сидушки с колесиками. Большая кровать. That's a huge bed, by the way. That's good. Большая кровать. Тут у нас раковина и большое зеркало, в которое Катька уже любуется. Turn the lights on. Ta-da! Lights. So where is the actual light? There's no room light. Look. А здесь? Туалет. Так, дай шкучку. Полотенце. Ну, понятно. Ага. Алекс уже устроился. Алекс, you're not sleeping over here. You're sleeping over there on the couch. And now I'm sleeping right here. I don't think so! Nice. Hey, Alex. Hey, Katya. Dance for me. Такого, конечно, на 6-м этаже мы люди непривычные к высоте. Ooh, there's some old ladies down there. Okay. Yeah. Но все равно хорошо. Oh, the salon. Hey, hi. Oh, you look nice. О, когда чего-нибудь хорошее скажешь, дай привет. Катюша уже проснулась. Она кушает что? А бейгл и нутелла. Угу. Вот, а сзади нас видно немножко кафе. Ну, как вы видите, народ везде почти. Сейчас уже немножко разошлись, по крайней мере, вот столы есть свободные. Когда мы садились, нам пришлось очень поискать стол.
Hi. Написано, что овсянка, но она чуть очень влажная для овсянки. Нет, действительно, овсянка очень просто мокрая. Такой суп овсяный. Ну что, ребята, если это завтрак, то, по-моему, обед уже не нужен. Мясо, картошка, это салса на мясо. Вот это, конечно, понятно, что не здоровые, потому что всякие такие цветные, но они такие вкусные. Мы их дома не покупаем. А здесь я решила, ну ладно, мы же в отпуске, в принципе. Ничего мне не сделается, немножко таких штучек поесть. Плюс разные соки. Тут яблочный, оранжевый, тут брусничный. Муж, по-моему, кофе пьет. В общем, приятного мне аппетита. Муж ходил за добавкой. Яйца. А вот это бейгл. А яйца и мясо сверху. Бекон, вернее. Апельсины и яблоки. Правда, поразобрали уже хорошо. Кексики. Бейглс. Можно здесь вот порезать бейгл, пожарить его немножко, намазать чего-нибудь вкусненькое на него. Здесь сок на выбор, здесь молоко. Здесь всякие разные хлопья. Вот эти я беру, хоть они и не полезные. Потому что здесь йогурт. Кофе крепкое, без кофеина вообще. Здесь опять же крепкое, а здесь обычное. Тут можно тоже еще выбрать чай, который воду принесут. В общем, вот мой второй завтрак. Окей. Здесь тетенька делает вафли. В прошлом году, когда мы приезжали, вафли можно делать было самим. Но я так понимаю, потому что много детишек, возможно, обожглись этим. Теперь тетенька делает вафли. Это ее работа. Перевернуть, 3 минуты подождать. Завтрак, конечно, хороший, но единственный негатив, посмотрите, сколько народу. Почти каждый стол занят. И если вы хотите вафли, например, то вам придется подождать в очереди. Совсем проснулся, но уже нашел хороший завтрак. Катька волнуется, потому что нам уже уходить надо, а мы тут гуляем. В ближайшие несколько дней я вам покажу, как мы сходили в зоопарк в Оклахома-Сити, в музей наук, а также в музей натуральных наук, что 2 разных музея. Так что, пожалуйста, приходите на мой канал еще, смотрите новые видео, подписывайтесь. Напоминаю, что я теперь выставляю видео каждый день в 17:00 по московскому времени. Повторю еще раз на всякий случай. В 17:00 на этом канале каждый день новое видео. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, делитесь моими видео со своими друзьями, возможно, поставьте в какую-нибудь социальную сеть. Мне это очень приятно, а вам это просто. А пальчики вверх. Спасибо за просмотр и до следующего раза. Пока!